Московский областной центр охраны материнства и детства – передовое медицинское учреждение, где используют современные методы лечения и восстановления пациентов. Врачи-хирурги не только выполняют сложнейшие операции, но и делятся своим опытом и профессионализмом с коллегами и начинающими специалистами. Наша съемочная группа запечатлела работу команды урологического отделения детского стационара. Одна группа медиков готовит маленького пациента к операции, а другая помогает хирургу надеть стерильный халат и перчатки. Сегодня плановую операцию по удалению паховой грыжи проводит заведующий хирургическим отделением Владимир Трунов. Еще несколько минут контрольная проверка состояния ребенка, и процедура начинается. Это инструменты, которые позволяют нам проникнуть в брюшную полость ребенка и надуть туда воздух, чтобы создать некий объем рабочего пространства, в котором мы сможем увидеть и поработать. У годовалого мальчика две грыжи. Хирург удаляет их через небольшие проколы. Вся процедура продлилась около 15 минут. У лапароскопического метода ряд преимуществ. Минимальная кровопотеря при операции, быстрое заживление и эстетический эффект. У ребенка в послеоперационном периоде не остается каких-то больших рубцов. У него есть такие, скажем так, небольшие царапинки, которые позволяют ему раньше уйти домой с лучшим косметическим результатом и с меньшей травматизацией, с меньшим болевым синдромом. Поэтому здесь совокупность всех этих факторов, она, конечно, продвигает эту технологию все дальше. Год от года она все шире используется. За прошлый год у нас было проведено в нашем отделении чуть более 1000 операций. Вот. И большая часть из них была выполнена из эндоскопического доступа. В соседней операционной еще один ас детской хирургии – заведующий урологическим отделением Андрей Суходольский. В его руках тоже эндоскопические инструменты. За тем, что происходит в брюшной полости пациента, врач следит на большом экране. Очень долгое время наше отделение было единственным в Московской области, и все дети со сложной уроэндрологической патологией оперировались на базе нашего отделения, на базе нашей клиники. Сейчас есть уже несколько отделений в Московской области, но наше отделение по-прежнему является лидирующим отделением, то есть мы задаем тон детской урологии, андрологии Московской области, и все основные сложные хирургические вмешательства выполняются именно на нашей базе все равно. Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства заботятся и о том, чтобы вырастить достойное поколение молодых врачей. На базе стационара находится кафедра Российского университета медицины. Детские хирурги проводят занятия со студентами 4-х и 5-х курсов, а также занимаются научной деятельностью. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.